Сегодняшний вечер я начну со стихотворения Максима Горького. Уважаемые покупатели, мои книги — это сердце мое. И вот я продаю вам его по целковому за порцию. Несравненные ценители искусства, совершите ваш строгий суд. Все ли запятые на месте у меня? Хороша ли музыка слов? Предлагая вам эту забаву, я не имею скрытых мыслей и не думаю о суде осла над соловьем, вечным пленником песни. Но когда изнемогаешь от любви в болоте, где любить некого, готов спросить и ядовитую змею, а хорошо ли я умею петь, родная? Сегодня я не одна, со мной Блок, Маяковский, Цветаева и Вертинский. И иногда бывает так, что мертвецы ближе живых. С ними, вот с этими людьми у меня какое-то особое ощущение близости духовной. И когда мне тяжело, я беру масло, фанеру или холст и делаю вот эти портреты. Я специально этому не училась, но мне хочется, и я делаю. И я хочу, чтобы каждый из вас делал то, что хочет, хотя бы иногда. И вдруг у вас получится что-то невероятное. Вот на него я потратила 30 часов. Это вроде бы немного. А с другой стороны, если посчитать, что это вот непрерывный какой-то процесс, когда ты сидишь и пишешь, и у тебя уже руки просто окостенели. Но я знаю точно, у меня нет недели, у меня нет месяца, у меня нет года, чтобы этот портрет начать и закончить. Поэтому я решила, я начну и закончу его, не прекращая. Вот сколько мой организм выдержит, я буду над этим работать. И вы знаете, вот он получился вот таким. И у меня есть стихотворение для вас, которое называется «Ты не один». Оно написано в минуты, когда я испытала громаднейшее одиночество духовное. Я думаю, некоторым из вас оно точно знакомо. И все-таки я думаю, что мы не одни, что у нас есть какая-то пуповина огромная, которая идет туда прямо в небо. И у каждого из нас есть какой-то свой путь, своя миссия, свое предназначение. И даже когда тебе физически, по-человечески одиноко, но все равно вот эта пуповина, дающая тебе жизнь, дающая соки, это кобальт радиоактивный в сердце, который, распадаясь, дает энергию атома, и сердце работает, это все говорит о том, что мы точно не одни. Один. С тобой Всевышний разум и цель, и путеводная звезда, а хрупкая физическая ваза исчезнет снова, так же, как всегда. И белый ангел, твой путеводитель, в лампаде тусклой масло обновит, и некто, твой кармический учитель, губами тихо буквы шелестит. Ты не один, твоя душа прекрасна, в ней трепет листьев, грезы и дожди. И пусть не будет смерть над нею властна, увидишь солнце, просто подожди. Ты не один, с тобой мироздание, и ветер, звезды, птицы и луна. Ты выдержишь любое испытание. Ты не один, мы не одни, ты не одна. Судьба стояла у дороги и посылала образа. То были ласковые, то строги ее прозрачные глаза. То дверь сама тебе откроет, то остановит на пути, то поцелуями покроет, то не дает ногам уйти. Она ладони протянула и стала нежности шептать. И все вокруг перевернула и даже прыгнула в кровать.
Войдя на свет в моей избушке, она разделась и легла со мной так близко на подушке, что я поверить не могла. Вдруг загорелась, как зарница, сменила зиму, как весна, ночь пролетела, будто птица. На утро я была одна. Толкнешь на смерть, но вдруг обнимешь, ударишь, поцелуешь вновь, подаришь и опять отнимешь. Ты жизнь меняешь на любовь, судьба. Я все время борюсь между тем, что я хочу сказать, и тем, что я могу сказать, и тем, что нужно сказать, и тем, что от меня ждут. Вам это знакомо чувство? И одна из целей моей жизни – это транслировать максимально точно то, что необходимо, независимо от того, какая будет отдача. Я прочитаю вам стихотворение, которое называется «Мои слезы не кровь». Мои слезы не кровь, это только вода. И любовь, не любовь, ты приходишь, когда не могу я уже пить фарфоровость льда от руки Фаберже. Ты моя статуэтка в шкафу для теней, дорогая салфетка для раны моей. Я водою соленой наполню стакан, чтобы профиль холеный напился из ран. Чтобы стать опустевшей, ты приходишь, когда, чтобы нерв отболевший замолчал навсегда. Ты приходишь, когда, ты приходишь, когда, ты приходишь, 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 когда? Я ненавижу тех, кто губит мой народ. Он в чем-то беззащитен и наивен. Он верит в чудо и страдает от невзгод. Мир роскоши ему противен. Он ставит свечи, горько слезы льет и уповает на спасение в жизни вечной. За родину с готовностью умрет и власти раз в столетие перечит. Как хочется, чтоб власть ценила нас, как голова, что ценит глаз и руку, и сжалился убийца хоть бы раз, когда беспомощным готовит муку. Как хочется, чтобы окреп наш мозг, мы равнодушны не были, ничтожны, и чтоб хоть кто-нибудь от власти произнес слова любви и не был уничтожен. Слова любви, не лживый некролог. Мы некрологи неустанно слышим. О Боже, где у власти твой пророк? Его ли слезы падают на крыши? Я и то, и сё, я и та, и апатия, и суета. Я и эх, и ох, я и ух, а я и тело, душа и дух. Я и ой, и про, я и за, я и смайл, и вода, слеза. Я и соу, и ес, и иф, я и лодка, но я и риф. Я и ай, я и у, и ой, что и те, и не те со мной. Я и да, я и нет, и но, я и мед, и вина, вино. Я и та, и не та, и ну. Я и а, я и ой, у. Я и так, и сяк, кто же я? А я сама своя, не своя. Джек-потрошитель работал только по выходным. Пушкин любил пострелять в бане. Суворов, просыпаясь в 2 часа ночи, обливался холодной водой и кричал «Кукареку!». Гала позировала Сальвадору Дали с бараньими отбивными на плечах. Диккенс запивал каждые 40 строк глоточком теплой воды. Шиллер для прикорма музы клал гниющие яблоки в стол. А Иоганн Кеплер каждое измерение дублировал 70 раз, чтобы избежать ошибки. Ну а судья Джон Джей покупал рабов, чтобы отпустить их на свободу. И у тебя
должен быть свой стиль. Перед судьей предстала моль по обвинению в съедении гобелена. Осуждена невинно, приговорена к изгнанию из королевства. Ее личинки были виноваты. Возможно, виноват не ты, твоя личинка в том, что ты имеешь. И когда Юля играет, вот эти делает пассажи, я прям вижу, как летает маленькая моль. Однажды моль подкралась к бабочке, прилипла к ней и отпечаталась всей серостью своей. Украв у бабочки скрыла весенние цветы, она их спрятала в шкафу средь духоты. В карманах сальных и в подмышках на пальто она их мерила на серое манто. Цветы засохли и рассыпались, как прах, у серой моли прямо на глазах. Тогда она решила, а ну и пусть, прилипну к бабочке и снова. Прикольно быть молью. А как говорит моя мама, выгодно чего-то не уметь. Когда ты ж не умеешь чего-то или ничего не умеешь, другие люди вынуждены крутить педали за тебя, а ты стоишь не умеешь, например, да? Вот уже образ моли поразительный. Она ведь ест там, где под мышками, где карманы, где вот рукава, там чтобы приправа такая была, понимаете? Ей нужно, чтобы сало было. А бабочка – это существо совершенно другого толка. Оно вот чуть только возьмешь. И вы знаете, очень много моли. Прости, Господи, за все сразу. Что, если все океаны – это слезы людей за предательство и обманы, за похороны идей, за надежды цветные замки, разбитые в калейдоскоп. Что, если это слезы за крохотный детский гроб? Что, если так и будет 100 миллиардов лет? В каждой слезинке люди, которых растаял след, идущие вечером каждым с верой в свои дома, чтобы потом однажды остались одни слова из многих сотен морей, соленые, шумные, странные слезы больших детей. Все океаны. Стихотворение пришло мне в голову, когда я была на Вородеро, и там, на Кубе, есть поля для гольфа громаднейшие. Коротенькая такая травка зеленая, гибридная. И в центре стоит особняк Дюпона. Фидель его отобрал. Дюпона попросил не беспокоиться на этот счет, национализировал. И сейчас там за некоторую сумму можно пожить отдельным туристам. Все сохранилось, даже постельное белье. Статуэтки, старинный лифт, такой немножко авангардный, как будто из запчастей, покрытых серебром, и там тяжелые колеса с тросами, они так гремят и двигаются, нереально. И вот я сидела там на холме и подумала про эти вот океаны. Ничто в этой жизни не гарантия. И мне кажется, что самое ценное, что мы можем создать, это как раз нематериальное. Это абсолютно нематериально.
Мальчишка сидит на заборе. Мальчишку бросил отец. Смотрит мальчишка на море житейское, как птенец. С забора видна дорожка, и окна видны отца. Смотрит на окна крошка, и нет ожиданию конца. Вот сон, шаги на пороге, и день за днем без него. И сами к забору ноги, и слезы из берегов. У меня есть одно стихотворение, которое называется «Падение капли». Одна девочка, филолог, кстати говоря, давно-давно, в 2002 году, сказала мне, что слово «плюхаться» или «всхлипывать» или «плеск» уже имитирует падение воды и вот скольжение капли по поверхности. Я стала записывать все слова, которые содержали слово, буквосочетание «ПЛ», и написала стихотворение, которое, по моей задумке, должно было имитировать падение капли. Оно так и называется. Падение капли. Капель, плакальных капель, только бы капель, льющих жизнь нетленную, капель, маленьких капель, дождь, только плесни мне капелек пленных. Я коплю, 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 каждую каплю, 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 каждую каплю я люблю, 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 люблю. Пульс капельных блеск, капли, капли дождя хлюпают. Слышишь, я люблю, 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 люблю. Капельки слез мне люблю, пляшут, кляксами пляшут так близко к стеклам, близко к лицу, все ближе, ближе, ближе и ближе. Капли, капельки блюзом всхлипывать любят на флигелях клювах домов. Люблю, пляшут на них капли, капли дождя близостью, глянцевой близостью лижут. Я люблю, 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 люблю. Только, только, только несколько капель я ловлю. Люблю, 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 люблю. Капля глянцевой кляксой пляшет слезой любви к лицу. Все ближе, ближе, ближе и ближе. Я ловлю капельки капли, я ловлю. Капли люблю, 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 люблю. Без третьих рук, без третьих глаз, без третьих лиц, без самоправедности лживой, без границ, бумажной фальши, душной приторности без. Взгляни на сердце бьющегося срез. Я каждым стуком, частым стуком говорю. Я говорю, когда в зрачки твои смотрю. Без третьих лиц, без третьих рук, без третьих глаз, без слов и бархатного шарма на показ. Поговори со мной, без формул, без словес. Поговори со мной, непонятости без. Не делай сердце кладбищем разлук. Побудь, побудь со мной, без третьих рук. В память о Евтушенко. И стихотворение это очень находит большой отклик в моем сознании. Я такой человек, который представляет собой огромную проблему для очень многих непрофессионалов и людей, которые выполняют все на 3 или на 4. Мне постоянно хочется подтянуть все до какого-то другого уровня. И вот это вечное недовольство, знаете, есть даже такая теория, что некоторые люди, есть 2 сорта людей. Одни умеют наслаждаться, а другие умеют достигать. И, как правило, те, которые умеют достигать, наслаждаться не умеют. А те, которые умеют наслаждаться и получать удовольствие, не умеют достигать. И мы как две взаимно дополняющие какие-то вот сущности или, может быть, наоборот, противоположные сущности или борющиеся сущности. Вот мы существуем, и когда я встречаю вот этих наслаждающихся, релаксирующих, когда я понимаю, что вот он заклеил колесо человеку, и он деньги взял за это колесо, а колесо разрывает навстречу человека, выносит, и несколько смертей, или даже 1 смерть, или просто рука сломанная. Как можно быть таким троечником? Ведь это действительно преступление. Плохо заклеенная камера – это преступление. Недокрученный болт, и потом челленджер падает. И вот эти люди идут, они улыбаются, их ждут дома. Они все талантливые, они учились годами, они стремились, они занимались спортом, они подтягивали себя под невероятный уровень. Это были лучшие из лучших людей из-за того, что кто-то не дотянул этот болт, они просто упали. И вы знаете, я думаю, Евтушенко
глубоко переживал эту трагедию троечников и хорошистов. Ну, Сталин их просто расстреливал. Хотя я не в восторге от его жизнедеятельности. Но тем не менее. Требуйте с грузчика, с повара, с того, кто вам шьет пальто. Все нужно делать здорово, это не важно что. Ничто не должно быть посредственно. От зданий и до галош посредственность неестественна, как неестественна ложь. Сами себе велите славу свою добыть. Стыдно не быть великим. Каждый им должен быть. Поэтому, если ты та маникюрша, у которой потом ногти отваливаются у клиентов и заусенчики раньше времени выскакивают, или ты та медсестра, которая не считает тампоны и вслух не объявляет на операции счет верен, и потом книги пишут, что забывали в операционных полостях хирурги вплоть до ранорасширителей. Если ты та уборщица, которая моет посередине, не отодвигая мебель, и ты та домработница, которой нужно постоянно проводить перманентный коучинг, все, застрелись. Вот. Пылающим в огне бывает одиноко. Ведь никому не хочется сгореть, лишь только посмотреть на свет костра глубокий, на чью-то героическую смерть. Здесь побывало 30 миллиардов, но гениев едва ли больше 100. Как одиноко жить среди пожарных, которым даже искра не нужна. Стихотворение, которое называется «Ты знаешь, наступает день». Оно посвящается всем тем, которые чего-то ждали, но не получили, а потом, когда получили, уже было неактуально, и дорога ложка к обеду, и все такое. Ты знаешь, наступает день, когда все то, чего хотелось, слова признаний и сирень уже не в прелесть. И мне бы сразу угадать, что не желать бы, не хотеть бы всего, что ближний мог бы дать, и чем задеть бы ты мое солнце, мой песок, золотой, рассыпчатый и чистый. Лишь на один бы волосок был дальше выстрел. Шелковая поверхность нерва, обнаженная искренность, твое лицо. В нем та самая искра есть, вдох и жизни крик, самый первый, срез глубины морской, твое лицо. Свет, вылитый в воду, солнечный зайчик, ворвавшийся, как школьница босиком в непогоду, твое лицо. До края, до острого края глазниц, белокуростью ласковой полн мой закачавшийся разум под штурмом твоих волн. Лу. Моя река не замерзает. Она ждет Лу. Ей будет там тепло на дне под илом. Ни я, ни Лу, никто из нас не знает, зачем не быть ей рядом сердцем милым? Теплее ил, чем ты. Вода теплее, и снежный морозный берег теплее, чем ты. Лу там будет лучше. Она не может принадлежать другим. Так пусть утонет
Лу. Все однажды бывает последним. И улыбка, и даже цветы, что обычным казалось намедни, станет в прошлом заветней мечты. И короткая утром записка в прошлом значима, словно глава, и лицо, наклоненное близко, и признание простые слова, чей-то взгляд и поступок беспечный, или даже надломы в судьбе повторяются вовсе не вечно. Вдруг последнее ты скажешь себе? Смотрите и слушайте очень внимательно, потому что мертвая Грейс подорожает. Стихотворение называется «Как мало женщин». Вроде бы их много, а их мало. Как мало женщин с пламенной душой, и ножкой маленькой, и сердцем справедливым. Одним мужья даются и покой, другие примитив с лицом красивым. Одни рожают и потом твердят: «Себя всецело детям посвящаю». Но дети выросли, и нет пути назад, осталось доживать, и доживают. Другие прячутся за собственных мужей. Ему счета, а мне супы, котлеты. Во много тысяч одиноких дней такие превращаются дуэты. «Ты хлеб купил? Купи еще вина. А ты полы сегодня перемыла? Куда уходишь? Я опять одна. А ты обязанности все свои забыла». Как много женщин с зайчьей душой. Нет ни любви, ни тонкости, ни чувства, но все твердят: «Я с мужем за стеной, и нет на свете высшего искусства». Курятник жизни крохотен внутри, его мирок вонюч, гордится сходкой. Как мало женщин с яркостью зари, как много куриц с вычурной походкой, как мало женщин с пламенной душой. Что-то как-то неуверенно, неуверенно хлопаем. Менструация – это загадка, это тайна, в крови душа. Вытекает по розовым складкам менструация, ты хороша. В ней есть горечь и в ней есть сладость, в ней есть боль и стыдливость утрат. Колдовская духовная напасть, вытекающая не в попад, вечно мимо и вечно не в тему, как болезненный шепот любви, возведенная чревом в проблему, нерешаемую изнутри. Менструация – это победа над убогостью бытия, из мужского бессильного бреда, алой крови и серости дня. Как могу я ее стыдиться? В ней сакральная сила и власть, ярко-красная вольная птица. Менструируйте всласть! Надеюсь, у всех есть чувство юмора. А даже если и нет, это уже не исправить. Не оставляй меня одну ночами, не ровен час придет рассветный вор и соблазнит меня прекрасными речами и ласки заплетет в чарующий узор. Держи меня у сердца, как надежды, как светлый луч мерцающих лампад. Тогда я уроню мои одежды, перед тобой разверзну водопад любви моей, хранимую под кожей, в старинных книгах, сотканных из дней. И больше я не буду осторожной, когда на чреслах скопится елей. Не оставляй меня одну ночами, не ровен час, минута не равна. Ласкай меня губами и словами, когда я пред тобой обнажена. Не оставляй меня одну ночами. Может, вы мой рассветный лучик, а может, я вам божья роса, может, вы для меня попутчик, но буквально на полчаса. Может, вы для меня потеря, может, я потеря для вас, может, я вам теперь поверю, а может, вы мне не в бровь, а в глаз. И
никто на земле не знает, для чего мы родимся вновь, то замерзнет, то будто растает. Жизнь моя и моя любовь, предрассветные дымки будут кутать небо шейным платком, даже если меня забудут прямо сразу, а не потом. Ничего не изменится в мире, если мимо пройдешь меня. Мир не может кончаться в квартире и убогости серого дня. Мы уйдем, он же будет как прежде, белым светом и черной мглой. Для кого-то лучом надежды, а для кого-то в сердце иглой. Может, вы мой рассветный лучик, может, я вам божья роса, может, вы для меня попутчик, ну, буквально на полчаса. Я убеждена в том, что женская любовь и мужская любовь – это две разные любви. Хотя иногда говорят, дело не в гендерных моментах. А я убеждена, что это так. Знаете почему? Потому что женщина – это по природе своей существо очень жертвенное, нежное, терпеливое, чуткое, заботливое. Когда болеет мужчина, очень часто женщина – она проявляет свойства матери. Она ухаживает, она заботится, она любит. Нет, мужчины некоторые тоже на это способны. Они не могут перманентно быть бабушками при детях, да? Но они иногда вот способны на это. Иногда. Но если это иногда чуть-чуть затягивается, жертвенности и терпению мужчины очень быстро наступает предел. Женщина должна всем. Она должна делать уроки с детьми. Она должна сделать так, чтобы дети уже спали, когда пришел папа. Она должна быть желанной. Она должна быть прекрасной любовницей, замечательной хозяйкой. У нее должно все быть убрано всегда. Она будет присматривать за престарелыми родителями. И знаете, что самое обидное в этой всей ситуации, что она очень часто слышит: «Ты сидишь дома». И становишься такой неинтересный, скучный. И интересен кто-то другой. Знаете, кто упакован, и кого ты всегда видишь уже прибранным и поданным, и надухмяненным. Конечно, попробуй быть королевой, надраивая постоянно что-нибудь и плавая в корыте. А потом, когда ты заходишь в примерочную и думаешь: странно, почему все не сидит? Знаешь, время прошло. Как бы я хотела, чтобы после 50, нет, после 40, нет, хотя бы после 30 на вас еще оглядывались, как на женщину. Мужчина, он и в 60 жених. А у женщины очень короткий срок, когда она, как цветок, обладает притягательностью. За редким-редким исключением. И, короче, она всем должна. Поэтому я считаю, что женщины должны из себя истреблять рабство. Должна ты мужу, должна и детям обед и ужин, и все на свете. Уроков горы, массаж, уборка, готовка, стирка и бег в конторке. И быть красивой, и быть нарядной, всегда любезной, всегда опрятной. Бессонные ночи, вставание ранее, и нету мочи, и нет признания, нет признания, нет. Ярмо отбросить и улыбнуться, поправить косы и встрепенуться, оставить плуг и отбросить сети, желать и верить во все на свете, учиться пению, гулять с друзьями, летать между разными берегами, ценить себя, ценить себя, ценить себя, а не дядю только, и не жалеть ни о чем, нисколько. Иногда мне говорят, что я феминистка. На самом деле это говорят люди, которые плохо разбираются в терминологии. Феминистки —
Это были потрясающие, очень смелые женщины, которые боролись за всеобщие избирательные права женщин в Европе. Когда женщина находилась на позиции домашнего животного, она могла только рожать и ухаживать за домом. Она не имела права и возможности работать, зарабатывать, учиться и голосовать на выборах, что самое обидное. У нее прав было ровно столько же, сколько у коровы. И вот эти самые феминистки ходили в парламент, собирали толпы, требовали, настаивали и говорили, что они равны перед Богом с мужчинами. Так что, к сожалению, я никак при всем желании не могу себя феминисткой назвать. Человек, вот двуногий хрусталь, презирающий смерть и боящийся смерти, в жажде цели сжигающий жизнь. Если что-то еще не случилось, то хрустальный фужер не готов. Если же вдруг оступился, то в пропасть несется звеня, и на тысячу брызг, разлетаясь, лежит на скале. Все же лучше, сверкая на солнце осколками сердца, смотреть в вышину, чем в шкафу запыленном стоять. Миг велик, если будет хрустальный фужер вдруг наполнен искрящимся смыслом, будет выпит до дна. Я думаю, что у нас общество еще не пришло к тому, что можно чувствовать любовь или, по крайней мере, влюбленность и увлеченность сразу несколькими людьми. Я не думаю, что от того, что я люблю кого-то еще, другой человек пострадает. Я так искренне не считаю. И вообще, мне кажется, что любой человек имеет право влюбиться, даже если он женат или замужем, и у него какие-то обязательства. Он может влюбиться и на страже сложившихся отношений стоят две вещи – ревность и чувство вины. Но мне кажется, вот если, например, вы любите человека, вы должны радоваться того, что он влюбился. Это точно не повод для горя. Просто он влюбился не в вас. И у меня есть стихотворение под названием «Валдырь ревности». Нет. Его вы прочитаете сами. Одно из самых потрясающих открытий в жизни, таких простых, что все очень быстро заканчивается. Не только хорошее, но и плохое тоже. Вообще абсолютно все. Я всегда вот это знаю чувство. Я еду в Тулу или лечу в Минеральные воды. Я готовлюсь выступать. Я раскладываю книги. Я бегаю и рассыпаю крупицы кофе между стульев, чтобы не было ненужных запахов. И выливаю сок лимона по углам. Потом собираюсь, нервничаю, концентрируюсь. Потом несколько часов пролетает, как одно мгновение. И потом я лечу назад или еду. И я понимаю, что вот так мы едем, 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 едем и едем. Стихотворение посвящаю всем бабушкам, и оно называется «Бабушка Наташа». Моя бабушка жила в деревне Рашеватская, Новоалександровского района, Ставропольского края, на улице Вербовская, в доме 116. И когда я ее спрашивала: «Бабушка, а почему так деревня называется Рашеватская?» Она говорила: «Ну, потому что она вся расшита цветами, как ковер, деточка». Ее называли бабушка Говорунья. У нее ко всему была какая-нибудь присказка. Если кто-нибудь говорит «похоже», Наташа на дядю Мишу, она говорила: «Похоже, как свинья на ежа». Или, например, когда кто-то говорил что-то не то, совсем не то. Она была добрейший человек, очень терпеливая, кроткая, никогда не жаловалась. Знаете, она могла запросто сказать: «Сказал, как в зол упернул».
А когда она пекла хлеб, и корочка отставала от хлеба очень сильно, сантиметров на 5, она несла хлеб горячий соседям, а соседи потом несли ей тоже пироги. И маслобойку эту до сих пор помню, шестигранная деревянная маслобойка. Я сижу сверху, а бабушка крутит эту маслобойку и из сливок взбивает клочья масла такого пушистого желтого. Получается, она их собирает в такие комки и относит в подвал. Деревня всегда насыщена запахами, насыщена какими-то впечатлениями. Я помню, как пахнет корова. Я могу просто в воображении почесать у нее за ухом, потрогать ее бока, прикоснуться к ее вымени. И у одной коровы вымя хорошо отдает молоко, а у другой оно тугое, жадное. Не выдаешь просто так. И вот это ощущение, когда ты опускаешь руки в маленьких желтых цыплят, их много-много, оно ни с чем не сравнимо. Или вот в фильме «Амели» там вот это есть, да, в крупу вот так вот руку. А если у тебя есть амбар, и в амбаре зерно, там не только руку, там можно просто в это зерно. И когда еще мышь пробежит, ты вообще с ума сойдешь. И бабушка говорила, что в послевоенный голод, если в поле можно было найти норку, мышь оставляла зерно, выкопать, это была огромная удача. Можно было перетереть и сделать лепешку. И говорит, когда немцы пришли, мы, говорит, маскировались, девчонки молодые, все красивые, мы сажу убрали и лицом мазали. И всегда говорили, что они ходят по домам, клопов, тараканов нет, а мы есть, есть. И когда она поняла, что последний день пришел, она попросила пригласить священника, и была такая светлая и довольная. Она испытывала облегчение и радость. Вы знаете, наверное, так прожить не каждому дано. И вот я прихожу к бабушке, когда на могилу, и рядом дед лежит, и брат любимый ее лежит, Миша, и дерево, абрикос. И столько любви я ощущаю, и как будто ничего не изменилось. Ты дождись меня, моя бабушка, моя добрая, моя милая. Я усядусь с тобой рядышком, обниму с молодою силою. На диванчик твой старый сяду я, мне на бабушка скажешь: «Аюшка, ты заплачешь, что редко рядом я». И прижмусь я к тебе, бабушка, я возьму твои руки добрые, и в ладонях лицом спрячусь я. Позабуду я дни суровые, хоть на час убегу в ребячество. Вот калитка скрипит. «Хозяюшка, дай нам хлеба и сало вынеси». Дед кричит: «Нынче нету бабушки, ишь, на наших хлебах выросли». Не успела цыганка вымолвить злого слова, спешит бабушка: «Дед, постой, не шуми, аж силы нет. Вот, держи твоим цыганятушкам». «Ба, зачем ты дала? Пусть работает!» «Не убудет с меня, Наташенька. Что ж не дать, коли мне-то Бог дает. Подмети лучше дворик, пташенька». Как во сне бегу, заливаюсь я понад речкой: «Бабуля, где же ты?» И в объятия опускаюсь я, чуть не сбив ее, слышу: «Тише ты!» Как я счастлива этой кротости, терпеливой любви и безбрежности. В ней душевные мои колкости укрываются шалью нежности. Полосатых жуков с картошки мы собираем. А после вечером говоришь мне: «Устала трошки я». А я ничуть, и дергаю плечиком. «Дай же косу седую, заново заплету я, бабушка милая. Мы к вечернему выйдем зареву, говорунья моя красивая». «Ба, мне страшно, скажи молитву мне, кто меня до утра спасает там?» Засыпаю, и говорит ко мне голос бабушки, скоро тает он: «Ба, меня покусало солнышко, дай сметаной плечи помажу я,
Нет, сидела бы под оконышком, обгорела вся, ох, Наташа. Ба, теленка погладить хочется. Ты смотри, он большой, брухается. Глянь, Наталка, день-то закончился. Шла бы мылась, уже смеркается. Ба, мне жарко, откроешь форточку? Ба, натрешь чесноком мне хлебушка? Ба, начистишь мне семечек горсточку? Ба, скажи, чтоб не злился дедушка? Помнишь, песню ты пела, бабушка? Там был мальчик и злая мачеха. Как сожгла она его заживо, а Бог накажет ее за мальчика? Ты ответь мне, ба, это правда ли? Про Христа, про Иуды предательство и про все чудеса в Евангелии. А какие есть доказательства? Вот письмо. Обнимаю Наташеньку. Сохрани тебя, Боже, деточку. И бесчетно раз мою пташеньку я целую, и жду я весточку. Ты все ждешь, а я все не выберусь, суетой дней заморочена. К той звезде, что вчера привиделась, все не нами здесь приурочено. В чем же прелесть твоя, бабушка? Что за свет в глазах, украшения? Не пойму твои тайны, лапушка, моей жизни всей утешения. Ты, Наташа, родное солнышко, я, Наташа, твоя кровинушка. Я осталась, а ты на волюшке. Улетела ты, как пушиночка. Ни одну бы ты спела песенку, стала сказки бы мне рассказывать. Мне б чудесную взять лесенку и на небо к тебе слазать бы. Не вернешь твоих глаз рыданием, ненаглядная моя Натушка. Говорю, всем земным свиданием мне тебя не хватает, бабушка. Похлопаем. Юля Джен. Thank you.
Спасибо. Спасибо огромное. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо, девочки. Спасибо огромное. Ой, спасибо. Все. Ангел будет со мной.